Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и это видео в первую очередь для тех ребят, которые посмотрят его до того, как зайдут в игру. Есть возможность забрать себе халяву. И кто-то скажет, что эта халява не такая уж и жирная, как хотелось бы, но халява, по-моему, плохо пахнуть не может. Вам предлагают черный ящик первого уровня абсолютно бесплатно. Вы можете ознакомиться с тем, что в частности может из данного предложения выпасть вам, ну и соответственно заберите ее и получите себе как минимум 100 голды на халявку. Я сейчас при вас это сделаем, заберем, посмотрим, к чему это приведет, но думаю, к чему-то плохому приведет навряд ли. Скорее всего, приведет к чему-нибудь очень хорошему, потому что в любом случае, все, что получаем бесплатно, это уже очень хорошо. Итак, написала, что распродано, свой бесплатный черный ящик я забрал, теперь давайте посмотрим, что мы из этого получаем, ну и, соответственно, глядишь, может сейчас вообще с вами дойдем до самого верхнего по уровню черного ящика, ну и, соответственно, заберем оттуда по максимуму. Кроме того, ребят, когда я заходил в игру, мне светанула информацию по поводу того, что есть рулетка на СТРВК. Это коллекционная десятка, я думаю, что все вы ее знаете. Но в то же время, по какой-то непонятной для меня причине, самой рулетки у меня сейчас в игре нет. Бог его знает, что это такое, буду пытаться разобраться. Если все-таки рулетка появится, то понятное дело, что сниму отдельный обзорчик на нее. Итак, смотрим, что у нас здесь. Ничего вообще не наблюдается. Нет контейнера черного. Не совсем понимаю, в чем прикол. Смотрим. Написала мне по поводу того, что во внешнем виде что-то новое появилось. Но не совсем понимаю. Глядишь, оттуда прям сразу что-то выпало, что ли? И не обязательно, что это был черный ящик или это вообще глюк какой-то. И вообще, честно говоря, очень сильно все тормозит. Не знаю, что происходит сейчас с игрой. Ну вот, ребят, как есть, так есть. Ничего вырезать отсюда не собираюсь. Так, ладно. Давайте попытаемся выйти, посмотреть в уведомлениях, что мне все-таки начислили, потому что я не понимаю. В уведомлениях у меня нет ничего. В ленте тоже ничего нет. Как так? Как так, что мне вроде бы что-то и дали, и в то же время ничего не дали? Это как-то странно, как минимум. Так, давайте возвращаемся назад к предложениям. Нет уже этого предложения в отношении того, что можно забрать бесплатно себе. Заходим еще раз в хранилище. Ну и что? Внешний вид. Сейчас пока раздуплится, это просто капец какой-то. Друзья, я не специально, честно. Вот вообще не от меня зависит. Я не понимаю, что происходит и вообще с чем это связано. Рулетку светанули, но не дали. Забрал бесплатное предложение, но не увидел, что я получил. Так, ну здесь у меня, в принципе, все то, что я и так имел. Какие мне дали плюшки? Есть хоть что-то где-то? Или написано, что распродано, но не начислено. Может, начислится как-то немножко позже. Бог его знает. Так, штудируем все, что у нас есть. Смотрим. Ну ничего, ребят, вот полностью ничего. Обратите внимание, так мне пока ничего и не начислилось. Короче говоря, вопрос остается для меня открытым. Что за беда? Где то бесплатное, то, что мне пообещали? Пока ставлюсь на паузу. Если что-то появится, то это видео просто будет продлено. Ну что ж, братцы, перезашел в игру. Получилось, короче, так, что ничего мне не начислялось. Я закрыл игру, заново в нее зашел. В уведомлениях у меня ничего не появилось, но в хранилище у меня действительно появился черный ящик, который с вами сейчас и откроем. Короче говоря, если вдруг такой глюк у вас есть, как то, что вы забрали бесплатно это предложение, но у вас ничего не появилось, выйдите из игры и зайдите в нее еще раз. И тогда я думаю, что у вас точно так же появится черный ящик, как и у меня. Ну что, открываем. И что я получаю на халяву? Я на халяву получаю 300 голды. По-моему, просто за то, чтобы зайти в игру и забрать 300 золотом, это довольно неплохо. Просто зашел и кликнул, чего, как говорится, всем и желаю. Что касается предложения по рулетке на СТРВ, то вот. Вот данная рулеточка у меня наконец-то появилась, опять-таки, после перезахода в игру, да, действительно, рулетка у меня высветилась. Но покрутим мы ее буквально через полчаса в следующем видосе. Если вы хотите это не пропустить и вообще хотите не пропускать видео с моего канала и слышать абсолютно честное мнение по поводу всего, что происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас и обязательно жмите на колокольчик. Лайканите видео, буду вам благодарен. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.